Впервые грандиозное событие в области спорта и непосредственно хоккея. Ночная хоккейная лига будет проходить в том числе в Щелкове. На льду арены имени Третьяка начнется турнир любительских команд. Апофеозом станет выход в плей-офф и финальный матч в Сочи, куда отправится лучшая команда Московской области. Хоккейная ночная лига, она состоит из 5 дивизионов, 40+, 18+, в которые мы заявились. Лига «Надежда». У ней 4 дивизиона по 7 команд, это 28 команд. Вот. У нас «Восток» дивизион, 7 команд, играем в 3 круга. Одна команда, победитель, выходит дальше в плей-офф, а второе место выходит в круговую систему. И из всех двух команд, занявших второе место, вторая команда, четвертая, выходит дальше в плей-офф. Там дальше соединяемся с другими зонами и получает победитель путевку в Сочи. По словам тренера щелковской хоккейной команды «Спарта» Эдуарда Сумкова, участников в соревнованиях лиги ожидается немало. Помимо огромного числа игроков, в матчах задействованы судьи, медики и многие другие. Проходить матчи будут на нескольких площадках. Балашиха, Щелково, Электросталь и Раменская. И со Щелково заявились, кстати, две команды. Это «Спарта», «Щелчок», которая также прошла через наши все отборочные турниры и решила попробовать свои силы. Масштабное событие продлится до марта. Кому же на этот раз повезет, чья команда вырвется вперед и займет победный пьедестал, пока, конечно же, неизвестно. Но надежда, как говорится, есть всегда. Я считаю, что в таком мероприятии, большом, глобальном, это главное сплотить ребят, привлечь как можно больше. Почему? Потому что у нас сейчас много занимается, ведь у меня в команде много человек, а играют самые лучшие. А в команде порядка там 40 человек занимается. То есть это хорошо. То есть идея самой ночной лиги – это пропаганда здорового образа жизни, пропаганда хоккея, потому что это массовый вид спорта. Привлечь население к занятию массовой физической культурой и спортом. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».